Приветствуем милых зрительниц у ваших экранов. Сегодня интернет-магазин «Серебряная птица» с удовольствием показывает вам новинки украшений от Приволжского ювелирного завода «Красная пресня». Сегодня у нас для вас просто огромный выбор филигранных узоров, черненого серебра и многого другого. И нам уже не терпится показать всю эту коллекцию вам. Смотрите, восхищайтесь! Оставляйте комментарии, ставьте лайки и делитесь с друзьями. Ваша обратная связь всегда очень нам помогает. Ну а мы начинаем наш обзор. Представляем вам серьги и кольцо из серебра 925 пробы. Покрытие золочение и алмазная грань. Украшение без вставок. Открываем наш обзор вот таким комплектом. Классический геометрический дизайн, который так дополняет алмазная грань. Такие ювелирные изделия от интернет-магазина «Серебряная птица» идеально подойдут к деловому образу и помогут выглядеть статусно и презентабельно. Высота серёг 19 мм, ширина 14 мм, рабочая зона крючка застежки 6 мм, паспортный вес серёг 3,69 грамма. Ширина кольца в самом широком месте 14 мм, паспортный вес 2,81 грамма. Серьги и кольцо из серебра 925 пробы. Покрытие золочение, вставка культивированный жемчуг. Изысканные и элегантные. Самое подходящее описание этих украшений. Идеальное дополнение к романтичному или вечернему образу. Заказывайте комплект полностью или серьги и кольцо по отдельности. И вы точно не прогадаете с выбором ювелирного аксессуара к важному поводу. Высота серёг 25 мм, ширина 13 мм, диаметр жемчужины 6 мм, рабочая зона крючка застежки 6 мм, паспортный вес 5,48 грамма. Ширина кольца в самом широком месте 13 мм, диаметр жемчужины 6 мм, паспортный вес 3 грамма. Серьги и кольцо из серебра 925 пробы. Покрытие золочение с элементами выборочного родирования, вставка фианит. Еще один комплект украшений в классическом стиле, однако очень оригинальной формы. Ее неординарность подчеркивает орнамент в виде сердца с вкраплением миниатюрного фианита. Выглядит очень оригинально и интересно. Переходите по ссылкам в описании к видеоролику и заказывайте себе в коллекцию эти прекрасные украшения. Высота серёг 15 мм, ширина 7 мм. Рабочая зона крючка застежки 6 мм. Паспортный вес 3,25 грамма. Ширина кольца в самом широком месте 7 мм. Паспортный вес 2,63 грамма. Представляем вам серьги и подвеску из серебра 925 пробы в покрытии оксидирования. Вставка – натуральный пенолит. Только посмотрите, какая изысканная красота! Какое поразительное сочетание филигранных узоров, зернения и природной вставки. Все, о чем можно только мечтать. Напоминаем, что по натуральным вставкам вы всегда можете уточнить интенсивность вкраплений у наших менеджеров при заказе на сайте serebrnaptitsa.rf или по телефону. Порадуйте себя и заберите в свою коллекцию эти благородные изделия. Размеры вставки в украшениях 18 на 13 мм, высота серёг 50 мм, ширина 24 мм, рабочая зона крючка застежки 5,5 мм, паспортный вес 13 грамм. Размеры подвески 35 на 24 мм, петелька 9 мм, паспортный вес 5,84 грамма. В обзоре использована цепь ПГ-5.
серьги из серебра 925 пробы в покрытиях золочения и оксидирования. Вставка на серьгах фианит. Аккуратные серьги-гвоздики для вашего повседневного образа. Они прекрасно справятся с задачей добавления сверкающего акцента для своей обладательницы и, несомненно, добавят блеска в ее глазах. Диаметр передней части серег 6 мм, диаметр вставки 3 мм, длина штырька застежки 11 мм, паспортный вес 0,78 грамма. Представляем вам подвеску из серебра 925 пробы. Украшение без вставок, покрытие оксидирования и золочения. Прекрасные подвески с изображением святого Николая Чудотворца сейчас на ваших экранах. На оборотной стороне подвески написаны слова «Спаси и сохрани». Хотим напомнить, что интернет-магазин «Серебряная птица» – это не только огромный выбор светских украшений, но и качественные ритуально-обрядовые изделия, которые вы можете преподнести в подарок вашим близким или себе. Высота подвески вместе с петелькой 23 мм, ширина 10 мм, петелька 6 мм, паспортный вес 1,65 грамма. В обзоре использована цепь ПГ-5Р. Серьги и кольцо из серебра 925 пробы. Покрытие оксидирования, вставка фианит. И вновь фантазийный комплект с филигранными узорами, исполненный в черненом серебре. Просто невероятно красивые изделия. Как думаете, с каким образом они смотрелись бы выигрышнее всего? Ссылки для заказа этих украшений находятся в описании к видео. Скорее переходите по ним и успейте заполучить эту новинку в свою коллекцию. Диаметр вставки 4 мм. Высота серег 22 мм, ширина 22 мм. Рабочая зона крючка застежки 6 мм, паспортный вес 5,58 грамма. Ширина кольца в самом широком месте 22 мм, паспортный вес 3,96 грамма. Серьги и кольцо из серебра 925 пробы в покрытии оксидирования. Изделие без вставок. Классика вне времени и моды. Округлые формы и ткань – просто идеальное сочетание, которое так напоминает о весеннем ярком солнце. Будьте неотразимы вместе с интернет-магазином «Серебряная птица». Высота серег 29 мм, ширина 21 мм, паспортный вес 6,95 грамма. Диаметр верхней части кольца 22 мм, ширина шинки кольца 2 мм, паспортный вес 6,76 грамма. Серьги и кольцо из серебра 925 пробы. Покрытие изделий оксидирования, украшения без вставок. Строгий и лаконичный комплект украшений для энергичного образа. Никаких лишних деталей, только простая геометрия и аккуратные формы. Такие аксессуары подойдут даже при строгом офисном дресс-коде и зададут уверенный настрой на весь рабочий день. Высота серег 17 мм, ширина 7 мм. Рабочая зона крючка застежки 6 мм, паспортный вес 3,7 грамма. Ширина кольца 9 мм, паспортный вес 3,11 грамма. Кольцо и подвеска из серебра 925 пробы. Покрытие изделий оксидирования, украшения без вставок. Очень нежное украшение для романтичных натур. Кольцо и подвеска из черненого серебра с дизайном в виде сердца. Прекрасно смотрится, как мы считаем, с любым образом. А какой бы наряд подобрали к этому комплекту вы? Ширина кольца в самом широком месте 8 мм, паспортный вес 2,6 грамма. Размеры подвески 20 на 19 мм, петелька 8 мм, паспортный вес 3,48 грамма. В обзоре использована цепь ПГ-5.
Представляем вашему вниманию серьги и подвеску из серебра 925 пробы. Покрытие изделий родирования, украшения без вставок. Оригинальные и акцентные серьги и подвеска. Крупные серебряные шары будут отлично смотреться с высокой прической и подчеркивать линию шеи. То, что нужно для яркого образа. Заходите на наш сайт serebrnaptitsa.rf и выбирайте среди множества украшений именно те, которые придутся вам по душе. А наши видеообзоры обязательно вам в этом помогут. Высота серег 46 мм, ширина 18 мм, рабочая зона крючка застежки 6 мм, паспортный вес 6,84 грамма. Размеры подвески 20 на 17 мм, петелька 7 мм, паспортный вес 2,53 грамма. В обзоре использована цепь КТ-25D. Серьги и кольцо из серебра 925 пробы. Покрытие изделий оксидирования, украшения без вставок. Объемные и крупные ювелирные украшения для вас. Расскажите нам в комментариях, к какому образу вы бы выбрали этот комплект. Серьги с французским замочком, на наш взгляд, смотрятся очень изысканно и идеально подойдут к женственному образу. Осуществляйте свои ювелирные мечты вместе с интернет-магазином «Серебряная птица». Высота серег 66 мм, ширина 22 мм, паспортный вес 9,5 грамм. Ширина кольца в самом широком месте 20 мм, паспортный вес 4,5 грамма. Серьги и кольцо из серебра 925 пробы. Покрытие украшений оксидирования, изделия без вставок. И еще один очень оригинальный комплект серебряных украшений сейчас на ваших экранах. В нем проявилась вся фантазия мастеров-ювелиров красной пресни для своих любимых покупательниц. Как вы оцениваете этот комплект? Ждем ваших отзывов в комментариях, а вас самих на нашем сайте serebrnaptitsa.rf. Высота серег 62 мм, ширина 27 мм. Рабочая зона крючка застежки 6 мм. Паспортный вес 10,51 грамма. Ширина кольца в самом широком месте 16 мм. Паспортный вес 2,66 грамма. Серьги и кольцо из серебра 925 пробы. Покрытие украшений оксидирования. Сегодня для наших зрительниц только лучшие комплекты со сканью и самыми оригинальными узорами. И этот комплект не исключение. В дизайне украшений прослеживаются цветочные мотивы. Словно майские ландыши спрятались в своем листе, так и зернышки на серьгах и кольце будут напоминать о самом цветущем месяце в году своей обладательнице. Высота серег 46 мм, ширина 14 мм. Рабочая зона крючка застежки 7 мм, паспортный вес 7,54 грамма. Ширина кольца в самом широком месте 16 мм, паспортный вес 6,8 грамма. Представляем вам серьги, кольцо и колье из серебра 925 пробы. Покрытие изделий родирования, вставка фианит. Невероятной красоты комплект сейчас перед вами. При всей его лаконичности и простоте смотрится он просто невероятно стильно и благородно. Украшения в роде смотрятся словно это изделие в белом золоте, что придает еще больше очарования этому комплекту. Высота серег 32 мм, ширина 15 мм. Рабочая зона крючка застежки 5 мм, паспортный вес 6,24 грамма. Ширина кольца в самом широком месте 12 мм, паспортный вес 3,69 грамма. Размеры декоративного элемента 22 на 15 мм. Длина колье 45 см плюс цепочка-регулятор 5 см. Паспортный вес 5,66 грамма.
И в заключении нашего обзора мы хотим показать вам серьги с замком скобой из серебра 925 пробы, покрытие украшений оксидирования и также серьги без вставок. Мы знаем, что среди наших покупательниц есть очень много любительниц таких моделей серег, поэтому не упустите возможность заполучить в свою коллекцию вот эту новинку. Смотрится она невероятно интересно. Мы будем рады видеть вас на нашем сайте serebrnaya-ptica.rf и, конечно же, будем рады новым встречам в следующих видеообзорах. Высота серег 32 мм, ширина 24 мм. Паспортный вес этих серег 6,3 грамма.